Как улучшить жизнь населения округа? Об этом сегодня говорили в Фонде социального страхования с уполномоченным по правам человека Татьяной Бадьян. Встреча была плановой, актуальные темы с уполномоченным в фонде обсуждают регулярно. На встрече говорили о качестве жилья в Ненецком округе, условиях проживания и социально незащищенных гражданах. Главной темой стала обеспеченность населения санаторно-курортным лечением. По словам уполномоченного по правам человека, в этом направлении в округе работа налажена, однако проблемы еще остались. Так, в планах проработать вопрос организации лечения с учетом пожеланий льготников. На сегодняшний день, я хочу сказать, все-таки жители Ненецкого автономного округа в этом вопросе повезло. В отличие от других регионов, там просто даже и не слышали об этом направлении, просто надежды никакой нет. У нас эта работа ведется. Понятно, что ее нужно улучшать в интересах людей и развивать.